Albatı kurban Cana 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 can Ey gölü kandan Cana 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 can Can batı kurban Cana 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 can Ey gölü kandan Спасибо, Хасан-джон. Это не я, Полонака. Милиция. Я что? Рисадав, видишь, что творится с очень-то смелыми? Дорогу, ребята, дорогу. Построились. Быстро. Быстро, ребята. Ну, пошли. Вот я прошлым летом высватал одному. В кишлаке и для такой дела найдется. Третья будет. Верно, верно.
день сколько? Медь одна. Слуха лишнего не бросит. Мураш, станцуем, а? Горяч, больно. Иди потанцуй, женихи богатые. Покажись. Ну, быстро. Аркеша глядит. Никола не двора, арба вместо дома. Не туда смотришь, Садав. Разболтались, как сороки. Вставай, голубка! Ведьма. Готовься мужа встречать. Ну, гордиться должна, что в такой дом попала. Да ты не дури, девка! Ну! Ай, что же плакали? Ну, иди, иди. Не время теперь свадьбам. Смута кругом. Да, топчут нынче законы. Женщины лиц открывают, голь наглеют. Еще говорят, уравнивать всех начнут. Говорят. Скот отберут. Ну да. Поля соединят. И по делам вам. Думаете, из-за Пенжа спасители придут? А сами? Вот ты, Назимбай. Не нравятся новые порядки? Не нравятся? Брат у меня за Пенжем. Ах, брат у него за Пенжем. А мошну развязать боишься? Боится? Боится. Боишься? Время упускаем. Теперь джигиты нужны. Деньги нужны. А где они? Все только болтаете. Смута, смута. Не к месту разговор, Давлетбай. Что парень подумает? А, он не чужой. Он у нас удалец. На таких вся надежда. Да. Верно говорю, Хасан? Верно. 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 А мне с новым законом делить нечего, хозяин. Новый закон мне коня дал. Теперь и ты меня как равного за Дастархан сажаешь. Вот как.
Забыл, на чьем хлебе вырос. Забыл. Чего коня ему дали. Ублюдок! Ну что ж, Давлетбай, спасибо на добром слове. Чего горланишь? Не видишь, люди спят. Опоили тебя на свадьбе, что ли? Явился наш герой, издали слыхать. Пустая арба катится, всегда гремит. Сейчас ячменя своему ракшу запросит. Эй, дядя, ячменя ракшу, живее! Иду, иду. Пей. Спасибо. На здоровье. Ракш. Ну и придумал имя. Ракш. Он сказки слыхал. Так звали коня у богатыря Рустама. Эй! سبز لب جو یارا کی نغز لب جو تا تر نشود سه برگه های لب جو Небось, байским пловом сыт. Усман, давай чирим. Сейчас. А тебе что, завидно, что люди меня уважают? Не уважают, приваживают. Ты подумал, на чьей свадьбе пляшешь? А по-моему, все свадьбы хороши. А, Салимата? И плясать я люблю. Ай! Не то, что вы здесь целыми днями в грязи тонете и кляч своих колотите с утра до ночи. То-то и кони у вас. Фу! Садись. Ты зелен, Хасан. Ракш твой хорош, верно. Да что толку в сытом коне, когда он настоящей работы не знает? А ты болтаешься, как колокольчик под дугой. Звону много, а толку вот чуть. Правильно говорит. Ладно, верно. Дядя, как-нибудь своим умом прожил. Пустой разговор, поклажа для осла. Щенок ты! Вот и я! Подпругу подтяни, но не видишь, седло съедет. Отойди, коня понимать надо. Видишь, бока раздуло. Мансур, а ты влюблялся когда-нибудь, а? А? Ну, скажи, не было с тобой, вдруг ты встретил девушку, и тебя будто бы всего обожгло, а? Не знаю. Отец говорит, скоро женит меня. А ты ее видел? Кого? Ну, девушку. И отец говорит, работящая. Отец, отец, а сам ты как думаешь? А я откуда знаю? Отцу видней. Да, постой, Хасан. Я тоже хотел тебе сказать.
Я газету читал. Пишут. Большие стройки. На Вахше, у нас в Душанбе. Знаешь, из Термеза сюда железную дорогу ведут. А мне что? А мне что? Чудак ты! В Исарбакеше какие же стройки? Про нас так и сказано. Вот. Авангард. Ну, это кто впереди, значит? У нас теперь артель будет. Люди вместе. Кони вместе. Все сообща. Это что ж выходит? Мой ракш вроде и не мой будет, да? Я так думаю. Все равно коней машины заменят. Не подниму такого дела кони. Слыхал? Есть школы, в которых на шоферов учат. И хорошо. Сел за руль. И пошел. Чтоб я свой ракша променял. Эх ты, дурачок. А ты вот почитай, что в газетах пишут. На, вот почитай. Эй, чтец! Три буквы знал, и те забыл. А ну, убирайся отсюда со своими советами, советчик. Ну, Хасан. Быстрей! Ну что, Ракш, как жить будем дальше? Про машины слыхал? Не бойся, я тебя не брошу. Наше дело сторона. Поездим мы с тобой по миру. На Колым скопим. Дом свой заведем. А в доме хозяйка. То-то. Хороший ты мой. Это ты, Хасан? Ага. А меня зовут Раджаб. Здравствуй. Здравствуй. У меня к тебе дело. Ты знаешь, мы едем в Ташкент. Подвези нас до станции, до Термеза. Еще трое ребят. Ну, конечно, не обидим. Значит, договорили, едем. Ага. Садав, иди сюда. Да ты не бойся, я сейчас ухожу. Уезжаю я, Садав, далеко. Пассажиры до Термеза нашлись. Ты не думай о Арбакеше и заработок везде. На Колым соберу и... Садав! Будешь ждать. Смотри, не успеет Улюк поспеть, я вернусь. Жди, хорошо? Да, Хасан. Значит, в Ташкент. Ага. Учиться едут. А ты их до железной дороги. Да? Далеко. С неделю пути будет. Ничего, ракш довезет. Послушай тебя, лучше твоего ракша коня нет. А что, домой ракш? А твой ракш. А, ракш. Что смотришь? Мои подковы за год не сносят. Не хуже любого автомобиля побежит. А ты видел хоть один? Да вроде арбы он. Керосин вместо корма, а бегает так шибко. Эх, встретить бы, мы бы с ракшем ему показали. А кулаков не хватит. Машины теперь везде. Мы вот тут в игрушки играем. А на заводах паровые молоты устанавливают. А ты пошел бы туда, бросил бы свое дело. А что? Не будет коня, кузнец не нужен. Да ты не горюй. Хватит делай твоему ракшу
и моей старушке. Только соображай, куда жизнь поворачивает. Товарищи, сегодня мы провожаем на учебу первых посланцев комсомола. Вдумайтесь в этот факт, товарищи. Кем были бы эти молодые люди до революции? Незавидная судьба ждала бедняжных детей. Хорошо. Советская власть вырастила их, закалила в рядах Красной Сейчас армии и теперь направляет учиться. Молодые, куда же они? Учиться едут. Учиться? Пусть они грызут гранит науки и возвращаются к нам крепко подкованными специалистами. Слышишь, Хасанжон, и специалистов подковывают. Мы живем в капиталистическом окружении, товарищи. Со всех сторон нас теснят враги революции. Но наша доблестная страна сияет маяком для мирового пролетариата. Вопреки проискам классового врага и всяческих феодально-байских элементов, мы уверенно идем к победе социализма. Плечом к плечу в наших рядах идет раскрепощенная женщина. Что мы видим в лице нашей женщины, товарищи? В ее лице мы видим равноправного гражданина. Вот сказал, красоту мы видим в ее лице, красоту! Полунака, а если бы твоя невеста вот так с открытым лицом? Эх, если бы была она моя невеста. А, хитришь ты вся, Полонока. Ну, будь здоров. Ну, ладно. Давай, пока. До свидания. Садись. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Учись. Будь здоров. Учись, сынок. Поехали. Спасибо, спасибо. Ну, счастливого пути. Удачи вам. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Счастливо оставаться. До свидания. До свидания. До свидания, товарищи. Счастливо. Добрый путь вам. Смотри. И девушка на крыше, точно птица. Ракш, ракш. Навзак лебеджой, ораки, навзак лебеджой, тотар нашаваце баргахой лебеджой, Йори мара бен хобаш набор на лебеджой, Морго бешавам гута за нам трое маджой. Горячий ветер, а за горами сады цветут. Наша юность за все в ответе, за власть советов и за мечту. Это мирное время на нашей планете. Всегда береги, как солдат на посту. Наша юность за все в ответе. Что за песня? Не слышал такую! Пошел. Ну, оттрясись теперь по жаре. Говорил бы поменьше, давно сидели бы в кишлаке, чай попивали. У нас всегда так, что ни слова, то речь, что ни дело мероприятие. Когда-нибудь из-за растраты времени судить будут. Закон такой напишут. Сразу видно, что ты будешь юристом, Шавка. Ну, а ты что скажешь, будущий журналист? Ругайте уж все! Да что тебя ругать? Неисправимый ведь! Взяли. Рад. Взяли еще. А как нас провожали ребята? Тут не только речи. Поэмы станешь слагать. Вот и пиши, брат. Прославляй свою эпоху. Затем тебя и посылают учиться. Чудный. Ах ты! Ай! Кого везешь, парень? А, студентов. Учиться едут. А ну иди сюда.
А вот этот Глин самый главный начальник. Понял? Ага. Псалом. Хасан! Хасан! А? Ну иди к нам сюда, чего ты там уселся? Тебя что, под конвоем? Иди к нам. Ну что ты с оружием, как ребенок носишься? Игрушку тоже нашел, а? А ты про басмачей слыхал? Спаси Аллах. Нынче, правда, тихо, а было время из-под земли выскакивали. Ну, давай пойдем. Девушка на крыше, точно птица, точно птица. Точно птица. Иди сюда, ну-ну. Послушай, Хасан, Душанбе говорит. Чего? Душанбе говорит. Ну? Да не бойся, это радио. Заели. Ничего, мы тут скоро такое развернем, приедете, не узнаете. А мне лучше сухая лепешка наяву, чем плов во сне. Одна жизнь человеку дана. Вот и проживи ее с толком. Между прочим, твое место тоже в строю. А мое место конь горба. Смотри, Хасан, вот она, прямая дорога в завтрашний день. Скоро от твоей арбы следа не останется. Товарищи, пролетариат нашей страны и в первую очередь трудящиеся Душанбе с пристальным вниманием следят за вашей работой. Пока вы его построите, и себя, и коней насмерть загоните! Да чтоб я свою Рашу сюда никогда! Ты что, белоручкой прожить хочешь? Издалека? Да порядком. Хороша. Красавица. А что случилось? А, застрял, понимаешь. Самоходная арба! Самоходная арба! Ракш, ты видел? Самоходная арба в грязи потонула! Ракш, она тебе и напоминает ишака нашего цирюльника! Самоходная арба! Эти штучки вместо коней! Ну, Хасан! Вот что у вас.
давай, цепляй. Ну, цепляй, говорю, вытащим. Ну, Ракш, покажем им, а? Ну, давай. Ну, пошел. Толкнем, ребята. Раз, два, сяли. Еще раз, сяли. Еще, сяли. Еще, сяли. Ну, давай, Рак, давай, давай, давай. Ну, еще раз, сяли. Пошел. Оп, стой. Отцепляй. Спасибо, парень. Сидеть бы мне тут. Ладно. Чего там? Поехали. Поехали. Так. Садись. Сели? Ага. Будь здоров. Эй, парень, как тебя звать-то? Может, встретимся? Хасан! Ну и Хасан. Это Хасан. У Давлетбая мы с Ракшем жили. Он тоже сирота, вроде меня. Сосунком остался. Никудышный такой. С конюшнего выбросили. Куда с ним? Маленький. Ноги не держит. А мне жалко. А глаза шустрые. Выходил я его. Где молоко добудешь? Где свой кусок отдашь? Вырастил он какой стал. Ага, стало быть хозяин. А как же с конем человеку везде почет? Ха! Выходит, одни хозяев прогнали, другие явились. Может, сам бай метишь? Эй, что говоришь? Смотри, всяких там хозяев будем искоренять. Да класс! А ну, Хасан? Может, с ним потягайся, Хасанджан? У железного коня и сердце железное. Что с ним тягаться? Проиграл. Будь мужчиной. Так, ну что тут у меня? Митинг в Душанбе. Раз. Беседа в Кишлаке. Два. Встреча со строителями. Так. В Термезе-депо. Ага, не забыть пограничникам. Ну, прощай, Хасан. Счастливо, ребята. До свидания. Грызите, так сказать, гранит. Учитесь, не ленитесь. Деловой человек, а? Не говори. Вы учитесь, небось, сами начальниками станете, а? Что? В общем, за проезд. До свидания, Хасан. Хотел тебе оставить, да видишь, сломался. Ладно. Счастливо. Пока! Раджаб! Раджаб. А ты учиться не думаешь, Хасан? А Ракша куда? Счастливо. До свидания. Эй, опоздаешь! Ha, 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 ha,
Нанай, 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 нанай. Что тут думать? В возрасте девка. Еще год, другой. Кому нужна будет? Это в ее-то лета не нужна. Хоть и племянница она мне, но грех ее не похвалить. Соку яблочко. Совсем маленькая от сестры осталась, сама вырастила. Ай, много теперь таких. А сбыть девушку с рук нелегко. А Назимбай, что я говорю такое? Товарищ Назым, человек самостоятельный, в торговле работает. Лучшего жениха ты не найдешь. Уж и не знаю. Не знаю. А большой Колым за нее даст. Дешево не уступлю. На Колым, что ли, копишь? Что, не люди? Ну? Почем до куляба? Садись, сойдемся в цене. Садись. Поехали. Проклятый арба. Растрясло совсем. Нынче на машине дешевле. На машине? А ну, слезай! Слезай, говорю! В машине. Арбакеш, Даригара, давай! На гитару поладим? Поладим как-нибудь. Эй, срочный груз Душанбе подвезешь? Давай, Ракс, ты слышал, Душанбе? Эй, Ракс, давно мы дома не были! Поворачивай оглобли, товарищ хороший, не видишь автобаза. Дядя, не узнал. Хасан, Хасан, где же тебя носило так долго, дорогой, а? Дороги мне не заказаны, Салимата. Небось, один? Нет, с Ракшем. Чем плохой товарищ? С Ракшем. Эх ты, Ракш умный. Другие арбакеши все в обозе ходят. Чай, сахар пополам. Беда поровну. Ты бы тоже шел в артель. Я бы пошел бы, дядя. Вот Ракш у меня не согласен. Он у меня простор любит, так что ветер в ушах. Пока, дядя. Да куда же ты? Останься. Тебе тоже найдем место по старой памяти. Хасан, здравствуй! О, Мансур, здравствуй! Понятно, что Арбакеша не вышла в шофер и пался. Как ты уехал? Я в автошколу поступил. А теперь на рабфак хочу. Можно инженером стать. Прытки далеко пойдешь. Да ты пойми, Хасан, жизнь-то какая. Вот, кажется, ты всю руку и подай. А знаний не хватает. А дороги, брат, тоже наука. Вот поездил я, всего насмотрелся. Да. Женил тебя, отец? Между прочим, я комсомолец. Да ну! А комсомольцу что, нельзя жениться, а? Вечно ты, Хасан. Подрос, сосунок, а то все отец, да отец. Был такой, ну. Извини. Хасан. Хасан. А ты
помнишь? Мы про девушек говорили. Помню. Как же не помнить? Что выдумала? Не хочу. С каких это пор девушки сами свою судьбу стали решать? Да разве твоего Арбакеша дождешься? Небось, забыл он тебя давным-давно. Господи, выйдешь за Назимбая, сама хорошо жить станешь. Тетку на старости лет утешишь. Вырастила я тебя. Ах, вот как. Ну, погоди. Запру я тебя. Силы отдам. Ты у меня смотри. Тетя, что там? Иди, иди, не наше дело, иди. Ехала, помните? Хасан Арбакеш вез, помните? Угу. А за что они вас так? Вот за это. Что тут? Букварь. Я кружок ликбеза веду, работаю среди женщин. Наверное, не всем это нравится. Сестра, а если они вас убьют? Нет, всех не убьют. Придут другие, вот такие, как ты. Садаб, где ты? Салам, салам. Пожалуйста. Бери, бери, для невесты лучшего не найдешь. Завернуть? Ага. Пусть исполнятся твои желания. Права. Здравствуйте, товарищ инспектор. Остатки сняли. Отчет готов? Готов. Довелось все-таки побрить тебя, Хасан. А? Вот дела, а, дела. А помнишь, бывало, а? Смеху было. Да. Ты, парень, необидчивый, знаю. Веселая была жизнь. Вот и шутили. Не то, что теперь. Да куда там? Ну, расходись. Чего чувствовал? Эх, как говорил мудрец. Нет хлеба, нет. Меняются времена. Что вы представили? Я вам сколько тысяч раз говорил. Меняемся и мы. Понятно. Ну, а что делать? Подожди, подожди. Приспосабливаются люди. Жить надо, жить. Ты иди, говорю. Как сказать? Видишь, хлеба нет. Ну, частный это? Сектор сворачивается. Толковать зря пришли. Растет зря. Государственный. Ну, да.
В чем дело? Что за шум? Хлеба требует, товарищ инспектор. А у меня что, частная торговля? Закрома у меня свои, что ли? Дневную норму выдал, ясно написано. Нету хлеба, все, иди, иди, иди. Жених, ай, жених. Приготовил? Вчера привезли. Завтра пораньше наймешь арбу? И айда. Машину бы лучше. До шофера народ ненадежный. Передашь. А может, его вроде и так жить можно? Не дури. С Давлетбаем шутки короткие. Учту. Учту, товарищ Назымбай. Учту. Постараюсь, постараюсь. Ну и что? Вот так. Ты все-таки поосторожнее, Зинаб. Кто меня тронет? С таким-то защитником. Как на грех. У меня на заводе тоже собрание. Встретить тебя не могу. Ничего, ничего. Иди. А то опоздаешь. И мне пора. Молодока! Хасан! Хасан! А? Жена, брат, жена? Ну, что мы стоим? Пойдем, поговорим, пойдем. Иди, иди. Паранжа новая, раз. Паранжа старая, шаль бухарская. Шаль маргеланская. Садав, ты все повесила? Все, тетя. Видишь, сколько добра я тебе накопила? Еще муж добавит. Платье шелковое, раз. Платье шелковое, два. Платье ситцевое, потом снимай. Садав. Так и работаю, Хасан Джон. Смотри, сколько тут людей. Эх, люди. А чем они тебе не угодили? Да разных встречал. Для меня не просто пассажиры. Доехал, деньги в руки и прощай. А то еще обмануть норовят. А я их взошей. Понимаю. Сам был в твоей шкуре. А мне-то ты веришь? Приходи завтра пораньше. На заводе тебе и твоему Ракшу работа найдется. Общежитие дадим. Семейное. Платок для невесты. Любовь, брат, любовь. Пора начинать новую жизнь. Что ты как щепка по рыку? Туда, сюда. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Куда ты смотришь? Три, четыре. Раз, два, тетя Зайна, три, там какая-то четыре. Девушка. Раз, два, три, четыре. Продолжайте без меня. Внимательней, внимательней. Что тебе, милая? Садав, ты пришла. Молодец. Ну, идем. Помогите, люди добрые! Лови
ищите ее! Ищите ее, Господи! Она убежала! Говорят, увезли. Нынче не увозят. Нынче пальцем они сами побегут. Вырастила. Что такое, а? Что? Блин. Шлюха! Убить такую! Сосед, одну убьешь, другая убежит. Тех гололицых бить надо. Они наших невест смущают. Господи, помогите, люди добрые. Ловите. Где она? Говори, где Садав? Ага, явился. Садав ему подавай. Да она тебе кто? Невеста? Да невест разве так берегут? Голь перекатная. На, возьми. Только скажи, где она? Кому ты ее продала? Я больше дам. Обокрали. Разорили. Садав, Садав. Поди. Теперь ищи ее. Небось, увез такой же, как ты, проклятый. Господи, чтоб они все подохли. Чтоб они все сгорели. Чтоб они все подавились. Будь они прокляты. Господи, доловите же ее. Помогите. Эй, Арбакеш! Вот так встреча. Как говорят, гора с горой не сходится, а человек с человеком. Чего тебе? Дело есть. Заработать хочешь? Ну? Товар надо подвезти. Дорога дальняя, аж до Пянджа. Зато и заплачу. А мне чем дальше, тем лучше. Хорошо. Подай сюда. Поближе. Хасан Арбакеш, помнишь? Давно тут его не было. Ты долго еще там будешь возиться? Сейчас, сейчас, не торопись. Поглядывай в дороге. Парень-то кажется бешеный. Ничего. У меня не взбесится. И все. Ну, давай, поехали. На. Хорошо. Слава Аллаху, сыт, халат не в заплатах, в кубышке тоже не переводится. Я за народ болею, народу тяжело. Вот взять тебя. Конь есть, арба, а много нажил. Как был голодный, так и остался, а? Гляди, еще в артель заманят, последние отнимут. Не хочешь, то-то. Петух, он при всех царях по-своему кричит. Кукареку, кукареку, гу. Они, видишь, новую жизнь строят. А меня спросили, хочу я ее новую жизнь. Ты гляди, что понаделали. Сильные с правым дерутся, а достается Декханину. Ай-яй-яй-яй, времена, времена.
велик Аллах, идет расплата. Грядут воины ислама, косят неверных. Волю несут. Волю. Кому волю? А я уж думал, ты онемел. Волю, волю. Но... Приехали. Граница. Вон она, земля правоверных. Там люди живут, как предки жили. Сила там и сейчас сила. Деньги по-прежнему деньги. А что, парень, не махнуть ли нам туда? Чего тебе тут терять? С конем ты хозяина везде найдешь. Вот они, где у меня твои хозяева! А ну, слезай! Чего? А ну, слезай, шакал вонючий! Раскусил я тебя за дорогу! Это чел тебе, умка! Я товар приезжал свести не краденое! Люди голодают! А вы! А ну, слезай! Спасибо. Дай Бог тебе здоровья. А мне? Спасибо. Всем хватит. Спасибо, Арбакеш. Сабзаглабе джой, ораке навзаглабе джой, тотар нашават се баргахой лабе джой, яре мара бин хабаш набор дан лабе джой, яре мара бин хабаш набор дан лабе джой, мурга бешавам хотазалам джой бачой. Прости, Рах. Прости, друг, выноси. Ну, Рах. Thank you.
Стой! Стой! Саном Хасан. Жив? Жив. Хорошо. Не доглядел я. Мои тут разгулялись. Досадил ты им. Муку увез. А мы ее неделю ждали. Знаю, знаю. Многое про нас красные газеты пишут. Говорят, мой вор, разбойник, басмач. А жрать людям надо. Гляди, у каждого тут семья. Из домов выгнали. В камыши, как шакалов, загнали. За что? Что жить по-своему хотим. Обычай, веру сохраняем. Иди к нам, Хасан. Конь у тебя хороший. Сам молодец. Нам такие нужны. Драться, драться будем, Хасан. Есть еще силы. Ну что тебе с красной нечистью? Шкуру на работе спустят. Вяжи его. Тащи арбу. Он это надолго запомнит. Сейчас прокатим. Прямо на тот свет. Ушла. Учиться буду. Жить по-новому. А вы тоже должны. Мы же люди. Вот мы и поговорили, сестры. На сегодня довольны. Я знаю, у каждой из вас дома свои дела. В следующий раз приводите своих подруг. Подумаем вместе, как жить дальше. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Иди. Успокойся, молодая, не срамись. А им можно? Ты чего радуешься? Грамота грамотой, а совесть знай, бесстыдница. Ничего, не робей. Огорчайся. Если твой рассказ сегодня заставил хотя бы одну из них сделать свой первый шаг, это уже победа. Завтра то же самое сделает другая.
потом третья, и темнота отступит навсегда. Ты хорошо сказала, мы люди, нас нельзя держать в темноте. Садаф, милая, вот увидишь. Скоро здесь, тут, там женщины раскроют лица. Не будет больше страха, станет легче дышать. Как хорошо жить, Садаф. Смотри. Зайнаб! Люди! Что вы наделали? Сестры, братья, сегодня мы провожаем в последний путь нашу Зайнаб. Темные силы отняли у нас подругу, погасили ее улыбку, но никому никогда не удастся погасить светильник добра и разума, который она несла. Нет больше Зайнаб, но тысячи встанут на ее место. Смертью смерть поправ, Зайнаб вечно будет жить в наших сердцах. Куда ты их, сынок? А? Сироты, кому нужны? А, я сам сирота, отец. Найду место для ребятишек. Много кругом несчастных. Вот она. Не то жена, не то вдова. Не поймешь. Привезли в кишлак, бросили и ушли. Самого-то, говорят, пограничники взяли. Сестра! Сестричка! Сестра! Иди сюда. Иди, не бойся. По борьбе с детской безнадзорностью проводится по плану. Наши возможности ограничены. Мы не можем вот так с улицы брать. Да ведь сироты, куда же их? А если среди них затесались чуждые элементы, кто будет отвечать? Проверить сперва надо. Запрос на места послать. Говорю, сироты, по кишлакам собирал. Слышал, тут сирот принимают. А полномочия откуда? Кто указания давал? Самодеятельность разводишь, товарищ Арбакеш. Кстати, ты сам-то какой организации принадлежишь? А? Может, тоже не проверенный элемент, а? Я элемент. Да я же... А-на-на-на-на-на!
А Зайнаб никому не отказывала. Зайнаб всех принимала. Садав. Садав, это ты? Хасан? О, Хасан, какой ты стал. Старшая, проводите новеньких. Поеду. Пора мне. Счастливый путь, Хасан. Куда теперь? Куда? Да где коню работа есть. Вот говорят, новостройки везде. На Лакш поеду. Поедем. Со мной поедем, Садав. Дома, говоришь, нет, Арбана ждем. Ты ведь ждать обещала, Садав. Ждала. Долго. Ты не приходил. А теперь? Ведь я учусь, Хасан-ака. 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 Хасан, неужто так всю жизнь арба и конь? Да, а всю жизнь арба и конь. Арбакеш я, да, да. Арбакеш. Чем плохое ремесло? Было время, ты этим не гнушалась. Прости меня, если я что не так сказал. Мы ведь люди не ученые. Салом. Салом. Хасан? Не узнаешь? Бывает, брат, бывает. Горе у меня, Хасан Джон. Зайнаб. Нет, ее убили. Ничего, брат, справляюсь кое-как. Зайнаб начинала, а нам продолжать. Ну, а ты как? Не надумал к нам? Нет, друг. Каждому свое место. Я с ними, они тоже из первых. Доброго пути тебе, Хасан Джон. С ним говорить, он слушать ничего не хочет. Пришлось самому приехать. Ну, дома? Дома. Куда, куда? Что за привычка приземляться? Мало тебе за это в институте доставалось. Задача журналиста – воспевать, прославлять, возвеличивать. Не зевай по сторонам, смотри вперед. Только вперед. Смотри. Да, культурная жизнь бьет ключом. Бьет. Показательный суд. И здесь. Да. Если мне прославлять, то тебе разоблачать. Выходит, дела хватит обоим. Что делать? Мы живем в эпоху классовых битв. К тому же я защитник, а не прокурор. Ну, меня сюда. А тебе в редакцию? Угу. Узнаешь? Ты помнишь? И девушка на крыше, точно птица. Первые мои стихи. Здравствуйте. Здравствуйте.
Давай помогу. Подонос. Представляете, Садав, разбирал сегодня бумаги и нашел вот это. Лет 5 тому назад писал. И девушка на крыше, точно птица. Это о вас, Садав. Хотите почитать? Возьмите, это же вам. До свидания. Мне пора. Садав. Садав. Минутку. Я уезжаю. Может быть, надолго. Газета посылает меня корреспондентом на стройку, на Вахш. На Вахш? Садав, скажи мне, если на я... На Вахш. Где-то он там. Хасан. Хасан Арбакеш. Если вы его встретите, пожалуйста, передайте ему, скажите, что я... Чтоб он пусть приезжает. Поскорее. Знаете, я ведь тоже уезжаю в Кишлак на работу. Хорошо, Садав. Я передам. Спасибо. Счастливый ты, Хасан. Ну что, Раш, замерз, а? Салом. Дай мне лепешку. Разговориться с одной из Давай, держи. Смотри, Раш, тут есть и наша работа. Сколько мы с тобой всего перевезли. Пожалуй, можно полгорода выстроить. Канал мы с тобой строили. Дома возвели. Будут люди жить. Может быть, нас вспомнят. Эй, до каких пор ты будешь машин бояться? Свадьба, Раш. Чего испугался, помнишь, возили?
Ты что вместо сена даешь? Эй! Палки одни! От такого корма кони ноги протянут! Они должны работать целыми днями! Кто мне твои кони? Людей, дай бог, накорми! Когда только вы арбакеши переведетесь? Садились бы на машины, лучше бы дело пошло. Это не твоя забота, ты коня обеспечь, как положено. Претензии начальству предъявляй. Я при чем? Другим лошадям тоже давай. Арбакеши молчат, думаешь, так все и сойдет. Вечно он с ним связывается. Неправильно связывается. У хорошего хозяина конь всегда сыт. Хозяева. Недаром говорят, арбакеш отсталая профессия. Кругом машина, а мы на клячах. Хозяин. Не понимаю тебя, Хасан. Ну ладно, старики. Ты-то что к арбе прилип? Я вот поезжу, денег на учебу скоплю и пойду в автошколу. Да катись хоть сейчас. Зелень. Ты думаешь, на машину пересел, так уж полдела сделал. Ты работу сумей полюбить, сердцем ее почувствовать. Спасибо. Лечился бы ты, Насыр. Когда тут лечиться, Хасан? Семья, работать надо. Да. Строим, строим. А жить-то когда начнем? Жизнь, Хасан, как вон те горы. Кажется, дойдешь до первой вершины, остановка. Нет, за ней встают другие. Иди дальше. Вперед, вперед, выше и выше. Насир, студент, Раджаб! Насир Зион, Раджаб, мой друг! Я их в Торвес на своей арбе вез вчетвером, студентов. Хасан. А этот маленький где? Ваня учится. А который побольше был парень? Он переехал в Душанбе. А этот длинный, длинный деловой человек. Не встречал, к сожалению. Так встреча. Да, Хасан, вот... А? Мне? Где ты, Хасан? Почему ты всегда уходишь? Так надолго уходишь, и мне надо ждать и ждать. Почему? Почему, Хасан? Трудно в одиночестве. Легче вдвоем. Я вспоминаю нашу последнюю встречу. Все-таки надо учиться, Хасан. Разве я не права? Ах, Хасан. Милый Хасан. Глупый Хасан. Послушай, Раджаб, так здесь все и написано, а? Ну, конечно, да. Ты уж извини, больше месяца в кармане носил. Разве тут человека сразу найдет? Ничего. Ее в кишлак посылают. А? Просила передать, чтоб побыстрее приезжал. А, хорошо. Пока, Насыр Джон! Пока. Ты куда? А куда же ты, Хасан? Хасан, постой! Постой, Хасан! Хасан! Теперь уже... Его не остановишь. Видно, шайтан в парня вселился. Такой уж он у нас. Быстрее, Радж, быстрее. Ну, скорее застанем ее, Радж. Быстрее.
обогнали они нас с тобой. Раш. Хасан? Не чаял я, что так встретимся. Раш. Ой. Ой. Прости, Раш. Прощай, друг. Девочка, ты тетю Садав знаешь? Позови. 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Тоже Садав зовут? Да. Спасибо вам. Ну вот еще за что. Не за что. А та другая Садав, где она? Уехала. Только вчера. Уехала? Угу. Дядя Хасан. Учись, сестричка. Учись. Постойте! Адрес скажу! Хасан, милый Хасан, глупый Хасан.